Камеры я не вижу. Надеюсь, что их тут нет. Но есть хорошее место, так прятаться, если что. Раз, R1 из-за угла. Точнее, сюда. Сюда, R2 из-за угла. Мне кажется, здесь есть много лишнего света. Надеюсь, никто не услышит. Камера как будто где-то рядом. А да, вот же она и есть. А, интересно, что можно с ней сделать? Так, ну, здание он тут не заходит. Парня, которого сразу я не приметил, интересно, как минимум. Так, давайте на эту сторону. О, ничего себе, вы видели? Да, туда я могу пролезть, это очень круто. Что он здесь оказался, давай. Вспомни мне голубик. When I tried to take myself out with a grenade, you stopped me. I never realized until I met you. There's no such thing as an absolute enemy. Our enemies are always relative. Да, дренажный канал — это круто, но по всей видимости он в обратную сторону идет. Это на улицу я вылез. А тут уже и парни ходят. Хорошо, что я отволок нашего спящего друга подальше. Вот вы представляете, как можно было туда попасть. А вот они, наши друзья, на которых я говорю. А, ну да, хорошо, что я его отнес. Так, давайте обратно как-то залезть. Ну буду знать, это, знаете, как на будущее каждый день переигрывать, возможно, что-то без единого шороха, чтобы никто вообще не знал, что если появлялся на этой базе. Придумать, что делать с камерой или с парнем, который там стоит. Все точно поворачивается, не собирается. А там что себе происходит? Так, ну... И с противоположной стороны камеры. Думаю, не слышал, когда помнил. Night vision goggles illuminate the area in front of you in near infrared and display any nearby heat sources. They'll reveal a lot you couldn't see with the naked eye. А, это курит он здесь, не помню, да?
перед забором, видите, оказался, который... Looks like the emergency override button to open the gate. Да, включает ворота. Но мы уже внутри ворота, нам ни к чему ворота. Я думаю, вот этот охранник, возможно, лишний. Там было R2 нажмите из-за угла. Сейчас мы у него узнаем. Spit it out. The map has been updated. В глубоком сне. Так, ну, патрули. Он, значит, дал мне на карте патрули. Ага. Every last one. Небольшой разговор нам удалось подслушать. Ну, он так особо информации не давал. Так, хорошо, что он отметил это. Я вижу патроны, есть грузовики, бронемашина. Неужели парень этот сюда идет? Ну, патроны есть на пистолет, это меня радует. Утилизатор получается 8 обойные или 3 запасных. Можно курильщика этого снять. Забираем его за угол. Ну, стелс не нравится. Так, все, тут и приплывом. Все, баиньки-баиньки, двое здесь. Они... Камеры, я думаю, стрелять смысла нет, потому что, скорее всего, кто-нибудь может выйти посмотреть, почему они перестали работать. Вот еще тот парень. Интересно, может, он полезная информация может со мной поделиться. Наверху. Это было круто. Если вы обратили внимание, я вовремя успел нажать кнопку L1, ну, точнее L2, и выстрелить в этого парня, ну, прицелиться в него, и в замедленном режиме усетить. Дают они такой шанс, как бы, если вот, ну, я реально провалил, то есть я... Опаньки.
возвращайся наверх. У меня вопрос, автомат он видит, который там лежит? Так, парня я положу. Тут самое безопасное, по-моему, было место. Говорит, возвращайся наверх, по всей видимости, кто-то будет идти сейчас наверх. Там просто лежит автомат, и вот у меня вопрос, среагирует ли противник на автомат или же нет. Блин, я слышу шаги, но не вижу, где он. Ага, вот он. Если возвращайся, я так понимаю. Один он. Ну, автомат не привлек его внимания, что здорово. Да, вы поняли мою идею. Ну, вот так вот было. Так. Сюда зайти нельзя. Не были у меня подозрения, что он собирался по лестнице наверх. Поэтому нам не нужен этот парень здесь. Чем как бы четвертый получился, но я смотрю, один труп пропал. Ну, возможно, он не встал и не начал ходить, просто много слишком трупов я оставил на свободе. Парни, которые погрузились в сон, они уже не встают, это хорошо. Думаю, нам есть. Ага, треугольник это лихо перескочить. Если я лихо перескочу, я просто, грубо говоря, срезал путь. Да, тут можно и так подняться. Ну, молодцы, что у них, что там в Конами или все-таки в Коджима компании, там дизайнер уровней, ну, честь и хвала, потому что можно тут по-разному забежать. Надо было, конечно, парня отметить. Написано, осталось 43 метра, только к чему, я не знаю. Камера наблюдения, возможно. Либо быстро я к нему подбежал, либо просто...